По состоянию на 25 ноября физическими лицами уплачены имущественные налоги в размере 1 миллиард 661 миллион рублей. Рост в сравнении с тем же периодом в прошлом году на 83 миллиона или на 14,3%. При этом собираемость налогов составляет 56,1% с опережением прошлого года на 6,8%. Владение имуществом накладывает на собственника определенные обязательства в части по уплате имущественных налогов. Если налогоплательщик не оплатил в установленный законом срок, он автоматически попадает в категорию должников. Работа с должниками требует особого внимания и ведется налоговыми органами нашего региона на постоянной основе. Мы применяем все предусмотренные законом меры взыскания задолженности. В адрес недобросовестного налогоплательщика сначала направляют требования об уплате. Если же должник не реагирует, деньги взыщут принудительно за счет имущества, включая денежные средства на расчетных счетах, объекты недвижимости, транспортные средства, а также через ограничение права выезда за пределы страны. Имущественные налоги граждан – основное наполнение доходной базы рязанского бюджета. Платить их просто необходимо. За счет них город сможет выполнить социальные обязательства и софинансирует нацпроекты. В 2021 году это были инициативы в сфере демографии и образования. Эти и многие другие проекты состоялись, потому что качественно работает управление Федеральной налоговой службы по Рязанской области. Потому что рязанцы сознательно относятся к исполнению своей обязанности и вовремя платят налоги. В целях обеспечения полного поступления в бюджет имущественных налогов администрация города Рязани принимает активное участие в проведении информационной кампании по побуждению граждан к исполнению своих налоговых обязательств через билборды и личную просьбу мэра.